О! Молодец, батончик. Хорошую кучку навалил. Красава. Мужчина! А? А вы не хотите убрать калачик за своим батончиком? Женщина, это ж органика. Через 2 года она перегниет, там цветочки расти будут. Не переживайте. Может, и перегниет, а может быть, у кого-то на спине прилипнет, когда кто-то будет делать селфи на газончике. Женщина, я вам так скажу. Это не моя работа, а конкретно ваша. Поэтому давайте убирайте. Я, как говорится, не хочу лишать вас куска хлеба. Коля! Что Коля, Коля? Ну, пусть Коля убирает. Угу. Чего? Еще один серум? Здрасте. Ну-ка, убрал говно за своим говном. Не буду. Это для собачки. Да не буду я ничего убирать. Чего вы ко мне прицепились? Не будешь? Нет. Тогда вот это для тебя. В смысле? Коромысли. Ну все. Спасибо, Коль. Да не за что. Это, кстати, тебе, Валь. Почти не кушанное. Вот там нашел. Ой, сейчас. О. Романтик ты у меня. Немножко есть. А ты что сегодня вечером делаешь? А ничего. А как же я? А ты перегниешь. Ты же органика. Через 2 года цветы вырастут. Органика. Прикольное слово, да? Органика. А я шашлычок переверну и снова 3 сентября. На шашлычок я посмотрю. Служебная полиция города Киева, сержант Гашенко. А, здравствуй, дорогой. Представьтесь, пожалуйста. Генералиссимус шашлыка Вано. Приветствую тебя. Очень приятно. А что же это вы, уважаемый Вано, нарушаете? Кто нарушает? А, слушай, извини, дорогой. Прости меня, пожалуйста, что я твою душу побередил этими шикарными ароматами. Прости, пожалуйста, что я заляпал твою дорогую рубашку твоими же слюнями, которые выделялись после того, как слышали эти прекрасные запахи. Запахи действительно прекрасные, но дело не в этом. Запрещено разводить костры в общественном месте. А, слушай, дорогой, что ты говоришь, как последний... Что? Вы следите за языком, я при исполнении все-таки. Ты послушай себя. Ты просто звучишь, как последний вегетарианец. А, в этом смысле? Нет, я не вегетарианец. Не в этом дело. Костер все же придется потушить. Потушить? Эй, дорогой, я думаю, мы с тобой договоримся. Успокойся. Сейчас тебе будет хорошо, да? Здравствуйте, патрульная полиция. Здравствуйте. А в парк нельзя разжигать костер. Вась, слушай, где вы так и беретесь? Ты же второй человек, который мне вот это говорит. А вы что, моего напарника видели? Видел? Кожа до кости. А? Ай, хорошо. Это он? Так, а ну стоять не с места! Я стою, не двигаюсь. Шашлык вообще внимание любит. Конечно, я даже знаю, из кого он. Я сейчас вызову подкрепление. Какое подкрепление? Тут на всех не хватит. Вы копоед! Нет, я Вано. Вано Гурамович. Приятно познакомиться. Женя. Вот, Вано Гурамович, ты рубил, как просили. Молодец, Жень. Вы уже познакомились? Да, слушай, злая какая-то она у тебя. Может, голодная? Ну или беременная? Беременная, Женя, а? А, понятно все. Вот вам. От Вану. За счет заведения. Спасибо. А это для вашего маленького. Маленький шампурок. Кушайте, кушайте, спасибо. Дорогие. Обед. Слушай, Янка, пойдем домой, а?
Саша, ну дома уже надоело. Хочется что-нибудь новенького. Романтики, экстрима. Какой экстрим? Вот если нас здесь клещ укусит, вот это будет экстрим. Саша, что ты такой зануда? Что? Как тебе повезло со мной, что я все придумала. Ну да, ну да. А сейчас придумала. Небольшой экстрим. Помогите, извращенец, помогите! Где? Вот он здесь, этот извращенец, помогите! Ты чего орешь? Ты что, вообще уже что ли больная? Так посоветовала моя психолог сделать. Ну, там для возбуждения. А, психолог? Я тебе так скажу, дура твоя психолог. И ты вместе с ней, понятно? А, так, хорошо. Помогите, насилуют! Помогите, насилуют! Ты что ты орешь? Тихо ты, тихо! Насилуют ее. Хочешь, чтобы я тебя изнасиловал? Сейчас я тебя изнасилую. Сейчас я тебя изнасилую. Сейчас я тебя буду тут насиловать. На тебе. Прикольно это вы с психологом придумали. Так не разговаривайте, сказал. Давно этим занимаетесь? С этой вот. Ну, лет 15 уже. Саша, прекрати. Так не вмешивайтесь. Вы не вмешивайтесь. О, только понятно. С ней? Не, ну как? Было у меня еще до нее там парочку. О, да ты у нас серийный. Понятно. Первый прием, машинку в парк. У нас тут маньяк серийный. Взяли, да? Да. Попался я, так сказать. Да. Слушай, ну, психолог, конечно, молодец. Полицейского подготовила, все как положено. Только ты, мужик, слишком рано прибежал. Не успел я с ней закончить, понимаешь? Саша, это настоящий полицейский. Как? Вот так, настоящий, Саша. А, товарищ старший сержант, я ж пошутил насчет маньяка. Это ж как бы жена моя. Ах, да. Суд разберется, пойдем. В смысле разберется? Давай, давай, давай. Эй, давай. Не, подождите. Давай, маньяк, скажи, там любят. Да скажи ему, эй! Как это романтично. Блин, у нас будет секс в тюрьме. Спасибо. То есть, что здесь спасибо? Уберите это. Вы нарушаете правила поведения в общественном месте, согласно статье 69 о правилах поведения в общественном месте. Младший лейтенант Гапенко, прекратите заниматься этим. Что? Что? Извините, товарищ полковник, не признал. Как говорится, отдыхайте. Я вас больше не беспокою. Слушаюсь. Будь сделана, товарищ полковник. Сейчас. Товарищ полковник, вот, собственно, как вы просили. Конфетки. Шампиньоны. И, собственно, самозащита. Все, как говорится, хорошего вечера. Я извиняюсь. Разрешите к этой женщине обратиться. Это очень надо, это очень важный жизненный вопрос. Обращайтесь. Яночка, я, значит, Анечку в садик отвел, Петенька в школе, Лёлик и Толик на секции. Вот, значит, ключики, я сегодня на дежурстве. Вот. Хорошего вечера. Всего доброго. Хорошо все-таки полицейская реформа. Так, расскажите с самого начала, как все было. Давайте. Значит, я с утра проснулась, потом зашла в кафешку, попила кофе, потом зашла, сделала маникюрчик, зашла в магазинчик, купила синюю юбку и красную кофточку, а и сарафанчик. Кстати, как вам сарафанчик? Вы знаете, не с этого начала. Начните с момента, как на вас напали, да? Ой, ну я не особо помню. То есть вы не помните то, что было 30 минут назад, но помните, как утром покупали красную юбку? Синяя, вы невнимательный. Так, как выглядел преступник? Я помню частично. Хорошо. Тогда есть идея. Идемте за мной. Вот туда. Ну как такой? Нет, ну чуть поменьше.
А волос побольше. Ну. Реально он очень похож. Спасибо вам большое. Я сейчас пойду это отксерю и развешу по всему парку. На вас, на вас. Класс. Вау, так похож. Ну что, получилось? А, конечно. Вот, пожалуйста. Это что? Как что? Я же вам сказала, что я запомнила частично. Он ко мне подошел, распахнул свой плащ. И вот это вот я и запомнила. Вы что, это развесили по всему парку? Правда, я умничка? Здесь же дети. Наверное, кто-то увидел этого извращенца. Или вот этот портрет, блин. Чего кричать? Он же такой маленький. Ой, ну где же она так долго ходит, а? Не против? А, да, присаживайтесь. Спасибо. Ждешь? Жду. Ну, жди, жди. Хотя можешь и не ждать. В смысле? Она все равно не придет. Как не придет? Ты же Яну ждешь? Я? Ну откуда вы знаете? Знаю, знаю. Я представляю организацию «Клуб бывших Яны». В смысле «Клуб бывших Яны»? Подождите, объяснитесь. Мы, бывшие Яны, решили организовать некий клуб для того, чтобы предупредить остальных мужчин о том, что она их обманет и разобьет им сердце. В смысле остальных? Их что, несколько, что ли? О, кстати, я вас поздравляю, вы 200-й член клуба. Поздравляю. 200-й? Да. У нее что, до меня 199? Да какая разница, сколько их было? Я, например, 12-й. Ну и что? Подождите, вы что, вы тоже ее бывший? Бывший, бывший. Так как, не может такого быть, вам на вид 50 лет. 42. Да, она рано начала, и боюсь, что на этом не остановится. Так что вы, конечно, можете верить и дальше в ее целомудренность. Я верю. Да. Я верю, она не такая. Не может такого быть. Вы пришли ее оклеветать. Ну, хорошо, можете проверить. Позвоните. А я позвоню сейчас. Сейчас позвони, я позвоню. Позвони, да. Телефон будет отключен. Ну что? Да, действительно, телефон отключен. Ну что ж, добро пожаловать в клуб. Как говорится, нужна будет помощь, обращайтесь, а мне нужно идти предупреждать других. Сашенька, прости, что опоздала. Не подходи ко мне. Что, тебе мало было 199, да? Ты себе 200-го решила завести? Саша, что происходит? На! Саша! Коллекционерка! До свидания! Саша, ну что же? Папа, что ты здесь делаешь? Доченька, а что случилось? Я просто гулял. Что? Почему ты плачешь? Папа, ну почему мне попадаются одни козлы? Ну что я делаю не так? Да все ты делаешь так. Просто не нашелся еще тот самый, твой. Ничего, мы дождемся. Идем домой. Идем домой. Успокоимся. Все будет хорошо. Ой, здрасте! А можно мы вместе с вами будем бегать? Нет. Молодой человек, послушайте. Я же сразу вижу, что вы профессионал. У вас такие ноги прям накачанные. Обалдеть можно. А вы давно бегаете? Да не, недавно, а что? А то я каждое утро бегаю, а вас не видела. Это вы, наверное, с тренером, да, занимаетесь? Скажите, а давно? Не, вообще сам работаю. Скажите, а сколько вы километров в день пробегаете? Ну, по-разному, а что? Это, наверное, с вами тренер занимается. Я поняла. Скажите, а где он вас ждет? На финише, наверное, да? Да, надеюсь, что нет. Ай, стой, падла! Стой, говорю! Это мой тренер, мадам Солян. Здрасте! А можно мы с вами вместе
будем бегать. Что? Я просто вижу, что вы профессионал, у вас такие ноги накачаны. Скажите, а вы давно бегаете? Как только у меня барсетку со всей выручкой из маршрутки сперли, сразу побежал. Да вы что, скажите, а каким вы стилем бегаете? Слышь, ты бегать любишь, да? Да. Вот догонишь его, буду тебя в маршрутке весь год бесплатно возить. А давайте! Давай. Лорд, это же жизнь! Давай. Побежали! Давай! Давай! А нет, показалось. Показалось нормально. Нормально, думал. Это он, надо его быстро брать. Надо свериться с приметами. Так, внешность кривая, вплоть до неприятного. Да, это нос он. Кривой. Кривой. Уши кривые. Кривые. Да он весь кривой, это он. Так, хорошо, будем брать. Тогда надо снять все на видео, чтобы потом не говорили, что у нас ничего не получается. Правильно. Так, а это фото, сейчас. Вот, видео. Ага, достанем оружие. Черт, у меня банан вместо пистолета. Да ладно, это еще что? Я вчера ходила на патрулирование с феном. Да? Хорошо. Тогда нам твоего пистолета хватит. Да, берем точно. Его. Итак, руки вверх, не руки двигаться, вверх, это полиция. Вверх. Да! Банан? А где пистолет? Не твое дело. Стрельни в воздух, чтобы он понял, что у нас намерения серьезные. Ага. Стреляй. Блин, я, кажется, пули забыла. Тогда брось в него, пистолетом. На! Спасибо. Классная пушка. Что-то пошло не так. Надо что-то еще бросить. Что-то бросить. Брось его, что-то брось. О, айфон. Класс. Я тогда применю к нему единоборство. Подержи. С предохранителя снимать надо. Единоборство отменяется. Блин, вы такие как будто обосрались. Классное видео получится. Да, давай договоримся так. Мы вас не видели, а вы видео никуда не будете выкладывать и удалите его, хорошо? Ага, сейчас. Я если это видео не выложу, я всю жизнь потом жалеть буду. О! А может мне блогером стать? Точно! А ну давай, на камеру говори вот эту всю лабуду, что они говорят. Какую это? Ну про блогерство. Подписывайтесь на канал гражданина Кабанова. Блогер Кабан. Да, много прикольных видеороликов про полицейских. Ставьте лайк. Увидимся на канале. Про колокольчик давай. Колокольчик жмите. А еще я коллекционирую марки. У меня, кстати, полная коллекция бабочек за 73-й год. Азия даже есть. Вот. Там такая бабочка. Вот. А по выходным я посещаю сальсу и йогу. Йога меня прельщает больше. Там, знаете, асаны. Асаны разные. А чем занимаетесь вы? Сексом! Угадал? Молодой человек, какого вы имеете право вмешиваться в разговор и тем более отвечать на вопросы, которые адресованы совершенно не вам? Я надеюсь, вы осознали вашу ошибку и извинитесь перед девушкой и немедленно покинете это место. Чё? Я его предостаточно осадил. Он сейчас извинится перед вами. И мы продолжим разговор и вы расскажете чуть-чуть, чем вы занимаетесь. Слышь, братан, я надеюсь, ты осознал весь масштаб трагедии, которую ты тут затеял. Жень, давайте лучше пойдем. Нет, нет. Вы знаете, моя диссертация «Психология насилия». И я считаю, что насилие нужно останавливать на корню, причем жесткими методами. Немедленно извинитесь перед дамой, иначе
Иначе, вот на слове «иначе» я прям заинтригован весь. Иначе я буду вынужден вызвать полицию, и вам не поздоровится. Вызывай. Ну что ж, вы сами понапросились. А теперь вызывай. Извините, пожалуйста, что обращаюсь к вам, Мария, но не могли бы вы дать свой телефон? Я понимаю, что мы еще не настолько близки, чтобы вы давали телефон, но видите, ситуация экстраординарная. Этот урод... Оба-на! Вот сейчас, урод, я буду тебя убивать. Ты понял? А потом и с малышкой твоей развлекусь. Да, мала? Пойдем погуляем, а? Бегите, Марина, бегите! Я его задержу! Бегите скорее же! Нихуя себе! Извините. Я не успела вам сказать, я занимаюсь карате. 7 лет. Ой, это что ж получается-то? Если мы с вами теоретически поженимся, я буду из-за каждой мелочи вот так вот отгребать? А вы простите, пожалуйста, но насилие – это не мой метод. Я вынужден откланяться. Наша встреча была ошибкой. Провожать не надо. Да что ж такое? Что ж мне не везет так с мужиками? Слышь ты, что ты там хотел со мной сделать? Ты что, малая, сильно бузы? Я тебе сейчас, короче... Не вариант. Ладно, одна так одна. Перекрыл живот, трусы, становись на весы, подходим, взвешиваемся, подходим. Здрасте. Здрасте. Слышь, мужик, а? Весы у тебя точные? Обижаешь, самые точные в парке, да. Ага, понял. А ты можешь так сделать, чтобы они меньше вес показывали? А вот так сделать не могу, а вот за 10 гривен килограмм могу. Отлично, да. Хорошо. А то, слышь, жена моя на диету села, ага. Все, вес сбрасывает. Так у нас дома уже 2 месяц мяса нет. Все, одни эти брокколи, шмокколи, всякая еда полезная. Не могу я ее уже употреблять совсем. Ага. Да. Накипело, чувствую. Да, слушай, мужик, я это минут через 40 буду здесь с ней бежать. Хорошо, успеешь там накрутить? Сделаем. Отлично. Хорошо, жди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, мальчик, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, иди сюда. О, смотри, весы, может, взвесимся, а? Может, это уже все, хватит нам физкультурой заниматься? Похудела, может? О, еще себе, о, вот это уровень, вот, всего за месяц-то сбросила, так, а? Смотри как, 46,6. Сашка, я добилась своей цели. Класс, умничка, ну все, пойдем в магазин, пельмени возьмем. Мяска, пивка, майонеза! Сашка, мы идем чемоданы собирать. Мы летим на море. Какое? Не, зачем на море нам? Мы летим на море. Подожди, стоп, нет. Я деньги вообще на лодку собирал. Так, стоп, я худела для того, чтобы на море лететь. Я же не могла раньше в купальнике, как корову, фотографироваться. А теперь я могу. Все. Нет, тихо, подожди, а ну спокойно. Ничего себе! Вот это кабан! Я не могу. Все, мне худеть надо. Я не смогу так на море фотографироваться. Сашечка, ну ничего. На море будешь много плавать, пиво перестанешь кушать, ничего жареного, и быстро придешь в форму. В смысле пиво кушать перестану? Зачем мне тогда это море надо? Что там делать? Купаться, что ли? Ну, Саш! Я купаться и дома могу. Ё-моё! Нет! Я худела, это неправильно вообще. Саша, понимаешь? Идем чемоданы собирать. А деньги?
Я вот для себя твердо решил, хватит, буду инвестором. Ну, там, стартапы всякие, там, фьючерсы, ну, ты понимаешь, о чем я. Пусть другие пашут. Такие розы красивые продаются, белые, мои любимые. Ну, какие, какие розы? Ну, я вообще не понимаю прикола срезанных цветов. Они завянут, через 3 дня их выбросят. Вот, смотри, красивая клумбочка, живые настоящие цветочки, растут. Нюхай, радуйся бесплатно. Карусели! Я так давно не каталась на каруселях, давай сходим. Какие карусели, я тебя умоляю. Я недавно кота постирал в стиральной машине. Так у него глаза были, как у всех там на карусели. Это же небезопасно, я переживаю. Ну, может, посидим где-нибудь в кафешке? Ну, какой кафешке? Ну, какой кафешке? Ну, вот смотри, скамеечка. Хочешь сидеть? Садись, пожалуйста, абсолютно бесплатно. Вот, как хорошо, что они в парках придумали бесплатные скамеечки. Молодцы просто, молодцы. Все для людей. Так жарко. Может, мороженое поедим? Мороженое? Я недавно по телевизору смотрел. Мороженое делают из такой химии, что от него люди дохнут. А вот бабушки в деревнях, они говорят вообще, коровы пропали, нету. А молоко они откуда берут? Вот и непонятно, из чего оно сделано. Если тебе жарко, хочешь освежиться, вот, смотри, жвачечка у меня есть. Она освежает, мятненько. И ни водички не хочется, ничего. Ням-ням. Так, а ну-ка слезьте с дерева быстро! Это штраф, это 181 гривна, понятно? Женщина, ну-ка уберите собаку из клумбы. Это штраф 250 гривен. Вот что за народ вообще такой, а? Ну, свиньи просто, самые натуральные. Везде вот это намусорят, ну, куда ни плюнь просто. Кстати, за плюнь тоже штраф, понятно? Сколько хоть? Что, за все вот эти вот окурки, жвачки, вот эти фантики, штраф, небольшие деньги, конечно, но тем не менее, 17 гривен, вот. Девочка, ну зачем ты пьешь воду прямо из фонтана? Туда же дядя писает. Дядя писает в фонтан. Ну что за люди, а? Сколько он сказал заплюнуть? Что ты делаешь? Так же нельзя. Ай, расслабься, денег хватает. Угощай, хоть плюй. Удачи, инвестор. Ау. Ау. Ну, зато сэкономил. Так и живем. Так и живем, мамочка. Уважаемый любитель поговорить, гоните мобилку. Одну секунду. Мамочка, сейчас. Извините, пожалуйста, позвольте я с мамой договорю и сразу отдам. Ха, я думал, только я борзый. Ну, давай, с мамкой надо. Алло. Да, мамочка, кстати, спасибо, что перезвонила. И говори быстрее, а то в телефон разряжается. Я в школе забыл зарядить, а дома я же не заряжаю. Ты же знаешь, сколько электричество стоит сейчас. Да, мамочка, у меня, кстати, денег на телефоне нету. Звони мне ты. Да, зарплата у меня послезавтра. Я знаю, но я же не смогу положить на телефон. Ну, потому что ты же знаешь, мы же взяли кредит на одеяло. Батареи же у нас отключили еще 2 года назад. Вот все автоматически и списываются. Да, да, мамочка. Нет, нет, не волнуйся. Я кушал позавчера вроде суп с фрикадельками. Ну, ты загнешь. Уважаемый. С фрикаделькой. Все нормально, все нормально. Все братья, все в порядке. Спасибо. Это не тебе, мама. Это... Ладно, мамочка, я это пойду. Мне же еще домой идти 15 километров. Да, мамулечка, перезвони мне через 3 часа. Ой. Че, сел? Сел. Уважаемый, на минутку можно? Смотрите, какой классный. Держи, братан. Держи. Там деньги есть на телефоне? Есть. И батарея заряжена? Да. Вот, отлично. На 15 километров хватит. Там фонарик есть, я сижу. Перекусишь по дороге. Подождите, а что вы делаете? Помогаю нашему образованию.
ну, учителям, понял? Ну, кто, если не мы? Я, короче, в школе не очень учился, понял? Ну, как-то сейчас пытаюсь короче, ты понял? Нет. Ну, там слово такое стрёмное. Короче, беги давай. Все нормально, мамке привет. Спасибо вам, мужчина. Вы знаете, побольше бы таких людей, как вы. Да ладно, давай не гони. Тихо, давай качайся там, антенны тягай. Спасибо. Можно я дома съем? С женой поделюсь. Давай, жена у него есть, ничего себе. А я врач. Да ты что? Да, работаю медбратом. Так. Смотри, лавочка. Угу. Дорогая. В этот радостный для нас день я хотел бы сделать... Извини, молодой человек, ой, мужчина, извините, пожалуйста, но эта лавочка занята, вы не видите, что ли? Вижу. Я ж тут сижу, вот она и занята. Нет, вы не поняли. Послушайте, я хочу сделать предложение. Мне? Нет, ей. Что? Что? Не надо. В смысле? Послушай, какое вы... Когда-то я на этой лавочке сделал предложение. Мне кум говорил, не делай. Потому что, говорит, забеременеть жена сразу. И все, забеременел. И не просто забеременел. Вот, сразу тройня. И у кума моего тройня я его не слушал. И у кореша моего, Валера. Валера, такой, ну, видел, может, здесь по парку ходит, такой у него на бок волос. Волос один на бок, второй сюда, он лысоватый. Ну, тоже тройня. И сел вот... Всех увидишь, вот здесь в парке с тройнями, все на этой лавке предложение делают. Не делай, мужик, не делай. Побереги себя, ее побереги. Молодая же еще, яркая. Дорогая, если честно, я не рассчитывал сразу на тройню. А я вообще не планировала беременеть. Правда? Ну, идем, я тогда на другой лавочке тебе предложение сделаю. Туда. Спасибо. Держись ее, баба хорошая. Спасибо. Ой, а кто это там? Моя маленькая проснулась уже, да? Проснулась моя маленькая, моя хорошая. Глазки открывает. Ой, пятилеточка моя. Ну все, что ты хочешь? Пустышечку. А есть, есть, папа. Нашел тебе целых 5 пустышечек. Это значит, что сейчас папа сходит, сдаст их, еще 5 таких лавочек, и мы купим тебе сестричку. Или братика, потому что как-то виски хочется. Вот. Не, вообще ништяк получилось, ага. Да? Даже красивее, чем ты немного. Че ты гонишь-то? Слушай, это безопасно? Это не больно? Там вообще не больно, смотри. Хочешь, я проверю сейчас рукой тебе? Ну, давай. Смотри. Ну, что, реально больно? Не, гоню. А давай тогда с ноги проверю сейчас. Тихо, тихо, сейчас ведра проверю. На. Все, все. Ну, давай. Поехали. Что, работаем? Все, опускай. Ага. Майна, майна. Майна? Вира, Вира. Вот так, ништяк. О. Подходим, не зеваем, силу удара проверяем. Кто ты, хиляк или здоровяк? Подойди сюда, вот, пни и узнаешь все. Добрый вечер. Здрасте. Что здесь происходит? Ну, это автомат силу проверять. Мы, так сказать, молодежь подтягиваем к спорту. Вот так, да. И как работает? Ну, вот так. Хиляк, хиляк. Да, сейчас. Дохляк. Дохляк. Сейчас, что-то. Левая, левая. Левая. Дрыщ. Телочка, телочка. А сколько стоит? Ну, для представителя закона, тем более такой симпатичный, абсолютно. 20 гривен. Абсолютно 20 гривен. Как бы, ну.
Давай попробуем. Ну, благодарю. Класс! А можно еще попробовать? Можно. На 100? Чертоксный. Ух ты ж ее! Круто! А давайте я сейчас дубинкой. А ну... И... Ай, блин! А можно я за 500 с пистолета шмальну в него? Можно? Можно! Классно! Какой нахрен можно? Ну вас нафиг с пистолетом машет! Ага. Хорошо. Вот это. Алёнечка, вот чуть-чуть левее. Так. Да, да. Так. Ну, и что ты делаешь тут? Что? Делаешь что тут? Что это? А, он старшой, он в курсе. Он знает. Ага. Ага. Понял, понял. Здрасте. Здрасте, здрасте. Слушайте, а что тут? Вопрос у меня есть. Так, так. Ну, чисто такой теоретический, как говорится. А кто вы нахрен такие, а? Всю жизнь вот интересно было. Так, мужчина, ты видишь, я занят сейчас. Так, значит, 15,3. 15,3. О, что 15,3? О, что 15,3? Что это за цифры такие, а? Вот никто не понимает, кто вы такие. Колечко выше сейчас, подними чуть-чуть. Выше. Выше, Коля, выше. Вот так, да, хорошо. Выше, что выше? Вот. О, отлично, отлично, что да. Что Коля выше? Что Коля выше, ниже? Что там, 3,15? Что... Ну, можете так, объяснить? Мужчина, а? Вы мне мешаете спокойно работать. А вы мне мешаете спокойно жить. Я пока не узнаю, кто вы такие, я не успокоюсь. Ну что, сходите? Ну, глянь сам. Ага. Посмотри. А, ну да. А? Нормально? Нормально. Да я гляну, а? Разочек. Я гляну. Так, сколько там? 15,3. Что вы видите там, а? Ну что это такое? Ну я не пойму, хлопцы. Это вот то. Хлопцы. А ну пойди вот там еще. Вот там все померяю, да? Да, вот там померяй еще. Вот там все померяю. На кого вы работаете, а? На СБУ, ГРУ, МГУ. Ну честно, я же не успокоюсь. Я же не отстану. Я же сказал, ну может за всем... Мужик, ладно. Ладно, ладно. Иди сюда. Ага. Сюда иди. Так. Только я... По секрету. Я тебе честно вот скажу. Первому. Давай. Тебе. Давай. Мы сами ни хрена не знаем, чем мы занимаемся. Понял? Вот так. А зачем этот, ну, в таком случае это 3,15 вот это все? А? Слушай, вот там сзади нас... Не надо, не смотри так, не надо так это. Там сзади нас... Начальство наше сидит. Ага, понял? Так. А мы тут делаем вид, как будто мы работаем, понимаешь? Вот так. Понял? Так это как мы на дороге. Ну да. Лопату сюда, лопату туда. Понятно. Коллега. Коллега. 3,15. Давай. Ну понял, да? Понял. Прикол в чем, ага. Хрен я тебе расскажу, чем мы тут занимаемся. Этот секрет уйдет с нами. Алёнечка! Чуть-чуть еще правее. Вот так, да. Ага. О! А так, видишь, уже 15,4. О! Блин, ну кто нас в такую рань вообще заставил патрулировать? Ну какой дурак в это время в парке бегать будет? И не говори. А у меня есть один дурак. Остановились, мужчина. Остановились. А что случилось? Я что-то нарушил? Ну, вы что-нибудь слышали про карантин? А? Вы знаете, конечно, что в парках запрещено бегать? Как это? Наоборот, надо бегать в парке, укреплять иммунитет, дышать свежим воздухом. Дома надо, в однокомнатной своей квартире воздухом дышать, понятно? Вы же можете быть больным. Я себя прекрасно чувствую. Оп, 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 оп. А может, вы больны бессимптомно? А может, я уже умер? Просто симптомов нету, а? Вы ерничаете, да? Господи. А между прочим, это все очень-очень серьезно. Да. Я серьезно. Вы подумайте, бегать полезно для здоровья. Слушайте, нам не надо думать, нам надо штрафовать. Всем патрулям срочный вызов, вооруженное ограбление банка. Повторяю, вооруженное ограбление банка.
Дело в том, что, базочка, у нас тут проблема. У нас бегун в парке. Повторяю, бегун в парке. 15-й, вас поняла. Банк подождет. Бегун в парке опаснее. Принял. Что, слышали? А? Будем штраф оформлять. Давайте документы. Хорошо, оформляйте. Только догоните, а? Стоять! Что, будем штрафовать или нет? Чего уселись? Сейчас мы отдохнем и догоним тебя. Или пристрелим, понял? Вы в таком состоянии даже пистолет достать не сможете. Как вы вообще в полицию-то попали? Вы же километра за мной не пробежали. Всем патрулям прием. В парке у женщины украли сумочку. Вор двигается к центральному выходу. Повторяю, у женщины украли сумку. Вор движется к центральному выходу. Приняли. Слышь, мужик, будь другом, догони этого, а? А, вот как вы заговорили. Я так понимаю, штраф отменяется? Только догони. Пожалуйста. Ладно, давайте фуражку, что ли, помогу. Да. Попробуйте не согласиться, что бег полезен для здоровья. Бег полезен для здоровья. Ну что? Ну что? Да. Все, с завтрашнего дня начинаю бегать. Не, давай с послезавтрашнего. Завтра такая крепатура будет. А давай, наверное, после завтрашнего, то у меня уже крепатура. Да. Слушай, давай ты сползаешь за кофе, а? Нет, давай кофе сползает за нами. Давай. Нет, я, конечно, слышал, что девочки опаздывают, но на полтора дня перенести свидание, по-моему, это слишком уже. Привет, Женечка. Привет, Ян. Я не сильно опоздала. Что ты? Совсем на чуть-чуть. А я вижу, ты долго выбирала, что одеть. Нет, я долго выбирала чемоданчик. Какой чемоданчик? Зачем? Ну, чтобы положить туда мои платьица. Я же не знала, в чем ты будешь. Можно было просто позвонить. Ладно, давай, я в кафе столик заказал. Одевайся в то, в чем ты будешь идти в кафе. Надеюсь, это будет недолго. Это будет 5 минут. Я как раз с собой ширму взяла. Ширму? Яночка, давай скорее. У нас столик в кафешке заказан. Ну вот, как я тебе? Отлично. Идем в кафе. Что значит Я же туфли не озула. Я сейчас. Но это же недолго. 5 минут. Женя, я готова. Что, все? Да. Отлично, идем. Блин, кафе уже закрылось. Ладно, идем просто по парку погуляем. Не, подожди, что значит погуляем? А, если мы будем гулять, значит, мне что-то надо более удобнее одеть. Подожди, 5 минуток. Ну, 5 минуток, это же 5 минуток, а не 55 минуток. Женя? Не Женя, а Евгений Михайлович. А твой суженый ушел. Попросил меня 5 минут ширму посторожить. Вот шестой час жду. А, так я сейчас 5 минуток. Не. Я еще пожить хочу. Таких женщин, как я, ждут всю жизнь. Ну, пусть ждут.